Третий вопрос. После посадки яблонь, чем необходимо их укрывать от зайцев и грызунов? Значит, грызуны подразумеваются, мыши, крысы любят грызть основание штамба. Я много лет пропагандировал стеклоткань. И сейчас бы пропагандировал, и однажды мне прислали фотографию. Вот я не знал, что будет этот вопрос, он свежий вопрос. У меня есть фотография, где весь низ уже стеклоткани обмотаны. Действительно, вся стеклоткань видно. Вся изгрызана, в свою очередь, мышами. Вот, поэтому рубероидом я пробовал. И был год, когда они были такие голодные, рубероид прогрызли. Вот, поэтому от грызунов избавляться, варварский способ, я его применяю, это единственный способ, хотя меня считают великим гуманистом, а я великий этот самый отравитель, я иду в санэпидемстанцию, покупаю 5-10 килограмм отравленного зерна, и не просто рассыпаю, а тут есть в этой лекции, посмотрим. От зайцев ружье, это раз, очень вкусно, замечательно. Вот. Первый год, когда меня здесь, я бы посадил молодой сад, его сгрызли зайцы, двухлетние саженцы. Я старый охотник, налещанин, я их просто петлями переловил. Это опять получается, что я не великий гуманист, а великий антигуманист. Вот. Но иначе не спасете. Ну, пожалуйста, можно там с бубном ходить, стучать по бубну это палками. Ну и кто-то еще может подскажет, потому что мы ведь это не монолог. Это значит, что мы еще с вами будем общаться, для этого есть моя гостевая книга.